Наше кругосветное путешествие продолжится в Болгарии. Оно включает в себя 10 уникальных мест. Сегодня мы перенесемся к природному резервату Сребърна. Удивительный природный резерват расположен неподалеку от деревни Сребърна, что на северо-востоке Болгарии, и включает в себя одноименное озеро и прилегающие к нему окрестности. Данная территория раскинулась на площади в 600 гектаров, через которую пролегает маршрут перелетных птиц, ежегодно мигрирующих на зимовку из Европы в Африку. Сребърна – это большое и частично заболоченное карстовое озеро с глубиной не превышающей 3 метров и берегами, омрамленными в густые заросли высокого тростника. За прошедший век оно переходило к владениям Румынии, находилось под угрозой обмеления и полного исчезновения из-за строительства дамбы. А с 1911 года неоднократно и тщательно исследовалось. Касательно интересного названия этого водоема существует множество легенд, в которых фигурирует и имя хана, бившегося здесь с печенегами, и лодка, полная серебра, и блестящая гладь озера, переливающаяся под луной. Но чаще всего это место именуют птичьим Эльдорадо, ибо здесь гнездится около 100 видов всевозможных птиц, многие из которых признаны редкими и исчезающими. К этому числу стоит добавить более 80 видов перелетных птиц, ежегодно прилетающих сюда на зимовку. К наиболее примечательным представителям здешнего птичьего мира можно отнести каравайку, кудрявого пеликана, колпицу, а также большую белую и черную цаплю. Добраться до заповедника можно на автомобиле от ближайшего крупного города Варна по трассам Е70, 27, 97, 71. Время в пути составит 4,5 часа.